Хэйо, гайз, с вами Шимики. Так, сейчас. И это у нас Borderlands и DLC про генерала Кнокса. Он оказался очень слабым, мы в прошлой серии все это прошли, стырили до херища, рушить и что? Я продал, и у нас сейчас 2 ляма. Доска объявлений. О, невозможно, ни хера себе, 61 уровень. А ну-ка. Пипец, тут миссии на разные эти. Так, а что мне нужно? Мне нужна сейчас машина, во-первых. Мы поедем с вами Карлу, или как его там зовут, чтобы он нам дал с вами этот задание. И нужно будет еще к Моксе съездить, забрать у нее задание. Монстр. Не, мне не монстр, гонщик нужен. Лансер. Поехали. Поехали, поехали. Так, ускорюсь. Так, давай, говори, что ты хотел от меня? Здорово, чувак. Мне удалось купить склад, который ты взорвал. Ты не поверишь, сколько мне удалось там найти. Какую работенку для тебя? Ты можешь покупать оружие у меня. Что скажешь? Зачистка. Сократить численность алого копья. Убить безбашенных солдатов. Убить пехотинцев. Убить, 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 убить. Почему мне миссия сюда показывает? А, Маркус? Почему миссия показывает к тебе? Так, ладно, давай, что у тебя есть по торговке? Херня. Это тоже все тут херня. Ладно, давайте, короче, я продолжу, когда куда-то приеду. У нас же больше здесь ничего нету, да? Я не знаю, почему здесь миссия показывает сюда, если зачистка. Убить безбашенных солдат. Но это ж не здесь. Это сюда нужно это все принести. Ладно. Санси. Жучок. Ты точно умрешь. Crazy Layer. Найдите Крамерса и убейте его, если сможете. Крамерса. Существует старинный миф о громадском чудовище, который когда-то бродил по дну морскому. Давным-давно, когда здесь еще было море, это предание предназначалось из поколения в поколение, передавалось. И звали чудовище Крамерком. Говорят, он был непобедим. Так, зачем я тебе это все рассказываю? С тех пор, как мы взорвали склад алого копья, земля в Дипфазе, то и дело содрогается. Кто-то говорит, что это проснулся Крамерсон, и это ты его разбудил. Если это правда, то тот, кто убьет его, станет настоящей легендой. Мы едем его убивать. Крамерс. В какую сторону? Окей. Мы поедем, я приеду, я запущу. И тут значок над челиком. Чем могу помочь? Тут заперто. Значит, туда как-то можно попасть. Ну ладно, это мы потом узнаем как. Короче, я приехал, я открываю карту и... Это там, где был камень. Это то место, где был таинственный камень. Так, ладно, мне сначала нужно к Моксе сгонять. Но прежде чем к ней сгонять, мне нужна машина. Машины у меня нету, а до нее бежать далеко. Поэтому я спрыгиваю. Я спрыгиваю. Я спрыгиваю, да-да-да-да, вот я уже упал. Да. Так, легкий способ добраться до машины. Пи-пи-пи-пи! Не-не-не, не хочу бороться за жизнь, давай. Забирайте у меня 100 тысяч и отстаньте от меня. Эй, поехали, дружище! Гонщик, телепортироваться, поехали. Только на этот раз я буду не так быстро лететь, чтобы вот здесь опять не машина моя не грохнулась. Она здесь просто застряла, и я не смог дальше ничего сделать. Тихо, бочки не цепляем. Мне коррозия не нужна на машине. Блин, вот тупо, что Мокси там на крыше.
засел и сделал себе базу. Неудобно к ней потом заезжать будет. Так, ладно, хотя... Вот эти звуки, это вот эта херь, да? О которой все говорят о легендарном монстре. Кракосе или как его там? Ладно. Это, кажется, стреляют эти. Что ниндзя появляется. Нет? Ой-ой-ой, чуть не упал. Если бы я упал, я бы им лицо разбил. Так, ладно, Мокси. Red Light. Светло-красный. Да-да, я к тебе пришел. Мертвая петля. Смотри надпись Мокси. Так, это не то, мертвая петля, жучок, небоскреб. Так, мне нужна вот эта херь, поэтому мы идем. Не знаю, насколько он будет жесткий, но 61 уровень. Невозможно. Ты точно умрешь, как было написано. Наверное, это так, кто знает. А ну-ка. И тут главная надпись. Ты точно умрешь. Найдите Краммеркса и убейте его, если сможешь. Легендарный монстр. Никто его не мог одолеть. Ну, кроме нас, скорее всего, может быть. Это не точно. Сейчас мы тут доедем и все узнаем своими глазами. Давай рванем! Порулили! Порулили. Это главное... Ага, мост. Это мост нам туда. Так, это я заехал сюда, да? Только мне нужно как-то наверх попасть. А наверх попасть можно только через внутренний двор. Ага. И наверх. Тихо. Тихо, тихо, я не хочу упасть. Готово. Сейчас мы узнаем, кто же это на самом деле. Если он настолько жестокий, то это будет GG. Так, давайте я сразу на огонь возьму базуку. Входа нету, вход запрещен. Так, возьму дробашный. Ого. Нихера себе. Ух, что я там вижу на карте? Я не хочу туда, ребят. Чувствую, это будет жопораздирающее. Краммеркс. Лэйр. Нихера себе, он монстр. А я точно смогу? Да, это точно не шуточки. Это босс настоящий. 61 уровень. Нам предлагают здесь закупиться всем, что можно. Да? Ладно, начну. А как мне попасть наверх? Да. Вот так вот. Тут же нету прохода. Хотел сказать, ну вот, видите, ничего так страшного. А потом ты понимаешь, что ты нашел кнопку лифта. Пипец. Надеюсь, он мне не ваншотит. Быстрее, пожалуйста. Так, я не знаю, с чего лучше тогда начать. Начать лучше тогда с базуки, я думаю.
Так, коррозия, молния. Первые две базуки я начну тогда с огня. Закончим коррозией потом. Фу. 61 уровень. Это же пиздец. 61 уровень, ребят, это жесткий уровень. Я даже не думаю, что я его смогу пробить. Воу-воу-воу! Я вас понял. Все, я понял. Я не смогу его пройти. Мне не хватает урона. Ой, блядь. А как я тогда буду дальше играть? Я просто не понимаю, потому что я не смогу его убить. Все? Пути больше нету? А, не, есть. У нас... Даже если так, понимаете, я его не смогу победить. С чем? С помощью чего уровень у меня не апается? Если бы у меня уровень апался, то да, окей. А так у меня уровень не апается. Ладно, давайте посмотрим еще по другим миссиям. Если что, тогда на этом гонщик телепортироваться. Что у нас еще есть? Так, встреча с Заком. Репутация. Выполнить мертвую пулю. Найти рычаг, активировать подъемник, разместить жучок. Это не то. Давайте небоскреб. Еще вот это, да, было? Так, я какой-то мертвым. На М там как-то начиналось. По-английскому, да? Убить небоскреб там было, да, разве? Выполнить мертвую петлю. Купить щит. Ну, походу, что это хрень. Но это у нас вообще в обратной локации, поэтому я продолжу, как туда доеду. Ну, как я перезапущу. Так, короче, я приехал. Только я так посмотрел, что-то очень близко. И это в пустыне. Значит, небоскреб это какой-то жук. Поэтому давайте, наверное, сменю, я думаю... машиночку на лансера, создать телепортация. Если что, он более мощный и более уничтожительный. Да, он медленнее, чем остальные, но все же. Так, оставлю себе немного энергии. Ну что, посмотрим на этого чуда. Здоровичка. Небоскреб. А, это ты небоскреб? Это не небоскреб, слушай. Уже труп. Воу-воу-воу! Фух. Дрифтер. А если б я умер? А если б я умер? Так, ладно. Следующее. Куда это мне нужно возвращаться? Окей, так, доски объявления. А где этот был? Где мне нужно... Малой вот давал задание. Встретитесь с Заком. Зачистка, это не то. Гера и Мервы. Маленькие люди. Вот, убить. Маленькие люди, большие... Так, это вообще, да, в другом месте? В другой стороне, ладно, давайте туда поеду и там продолжим. Так, оказывается, это на этой локации, я думал, типа, тоже в какой-то пустыне. Нет, это здесь и даже недалеко. Вот здесь, не доезжая нашего поста или как он там.
барьерчик тут где был. Они меня заметили? Почему он так не метко стреляет? Четыре попадания, блин, почему? Много. Это много нужно попаданий. Подожди, может здесь нужно... А, нет. Все нормально. Вниз еще, если я съездил, там, скорее всего, этот будет. Как они называются? Он неровно стреляет. О, попал. Ящичек, может быть. Я так думаю, почему-то. Ну, не ящик, а эти, сундучок. Сундучки нам не всрались. Потому что у меня все есть, что надо. Не, а тот червя, конечно, да, он не дал просраться, он просто взял самого удара. Пу! И минус все мое хп, и плюс... Все, я понял. Выкинул меня за борт. А, я... Или я здесь не был? Матоджер. Убить. Так... Куда мне нужно? Ай, это там, где я как раз говорил, где скорее всего будет сундучок. Теперь нам нужно туда съездить. Ну, поехали, посмотрим, что там будет. Если что, заставлю его выйти на уличку. Ну, сюда подняться наверх. И грохну его. Так, давайте сразу тогда нитро подрублю. Дорожная ярость. Почему робот здесь летал? Можно попасть. Можно попасть. Можно попасть. Наконец-то. Разобрался с этими уродцами. Моторхэк. Монстр голова. Почему его не озвучили? Вон, я уже вижу, куда мне нужно ехать. Это что, локация типа? Еще одна? Здесь нет. Ах ты ж, ё-моё. Ладно, пойдемте пешим. Дорожка куда-то там показывает внутрь. Так, флаг с патронами, значит, это чье-то логово. Черт. Это тоже какая-то локация. Меня что, никто встречать не будет? Я понял, я понял. Моторхед, я понял тебя. Так, окей, я понял, электричество его слабое место, но я его... Давайте, ладно, электричеством подобью. Бум, бум. Красавчик. У него рели головы нету. У него вместо головы автомат. Я тебя так убью. Моторхед. Окей, статуэтка. Так. Да, заберу все. Что мне все равно терять? Так, ладно, я тут ни хера не вижу. Текс. Давай, что это? Не. Не
А, у меня два дробовика. Окей. Я только за, я буду два юзать. Только что они разные. Натисните все. Возвращайтесь куда? Небоскреб. Санкси, где он находится, я не помню. Там. Ладно, давайте я остановлю, туда приеду и продолжим. Прикиньте, оказывается, здесь еще есть третий, вон, видите, я вот шевелю. Пум! Пум! Минера. Ну, вместо стрелка. Пипец здесь. Как мне сесть за водителя? Здесь на 4 человека, да? Нет, 5 человек. Один за пулеметом, за ракетницей, вот этой, за минометом. И там еще был гранатометчики, да? Да уж, это жестко, ладно, давайте потом встретимся. Так, ладно. Мы добрались до этого портика. Так, вон речечка наша. Дрифтер, слышь? Уходи оттуда. А что он там вообще делает? Раньше его там не было. Все. Текст. Поворачивай. Готово. Парниша, я пришел. Как дела? Все? У тебя больше нету задач? Чем кто-то хотя бы занимался, не знаю, рыбачил? Ну да, рыбка словлена. Я тоже хочу здесь порыбачить, слышишь? Блин, где все артефакты? Почему в этих DLC нету артефактов? Брик у меня вон, без артефакта, он почти голый. Эх, ладно. Я так думаю... Сейчас. Давайте я, короче, выйду, да, вместе с вами. Мы съездим, сдадим то задание, и я уже, скорее всего, прекращу прохождение этого полностью DLC. Потому что, если проходить все доп-миссии, я не смогу из-за того, что там босс 61-го, а я никак не могу прокачаться вообще здесь в DLC. Потому что вот, сколько мы с вами играем, да? А по опыту мне, считайте, вообще ничего не дают. Вот. Мне нужно почти 2... Да? Да, почти 2 ляма опыта, а у меня даже ляма нету. И плюс прогресс не просчитывается, то есть не дается. Потому что я не вижу смысла продолжать вообще. Да, если прогресс показывался, а так прогресс будет стоять на месте. Мне ничего за это не дадут. Так, ладно, небоскреб. Значит, сдаем, и в следующей серии у нас уже будет третья DLC. За четвертое смокси я не знаю насчет этого, потому что там в основном просто арена и отбиваться от волн. И все. Нет, я еще живой. Поэтому следующее у нас будет DLC, финальное. И у нас полностью Borderlands заканчивается первый. Потом у нас это второй Borderlands. Куча DLC к нему. Но там 5 DLC-шек я соединю в одну. Типа плейлист. Потом у нас будет Borderlands Pressfickle, вот так где в космосе. И maybe с квестом, вот это квестовый. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.